семья сидели с гостями, чтобы это было на виду у всех. Вот мы вчера проезжали, я сказал, местная традиция вообще черноземья, дом ставить параллельно улице, а не торцом, как в Московской, Ярославской, Костромской, Владимирской областях. Это первый момент. Из-за того, что относительно мягкие зимы, никогда нет большого цоколя, где какая-нибудь кухня или полуподвальное помещение, вот как здесь. И обязательно центральная комната, выходящая на улицу, просто не совсем типично. Вы сегодня увидите именно балконная дверь и два окна слева и справа, чтобы умещался стол и человек 5-6. Это вот традиция, когда остальные жители не из-за зависти должны видеть, что у тебя в доме это творится не внутри, ну, конечно, в теплое время года, а именно на улице. И обычно всегда делается лоджия такая, чтобы легко было и зимой от снега чистили от грязи и натянуть летом тент. Просто это вот классическая постановка именно исключительно домов Лебедяне. Насчет Замятина, ну, гимназия, где он просто учился, Лебедянская, ну, мы сегодня будем проезжать, это и сейчас здание гимназии. Она была одной из лучших в Центральной России, потом никак уездная, и именно в постановке дела с точными науками, что для классической гимназии с упором на гуманитарные науки редкость, именно по математике. Поэтому отец, который хотел видеть сына, продолжает это делать, тот служил в этой же Покровской церкви, Золотой Маковской, он очень удивился, что сын огромные успехи в математике проявил. И, собственно, гимназия настояла на том, чтобы священник отдал от сына именно в какое-нибудь хорошее политехническое училище. Тогда традиционная Россия – это Петербургский технический, сейчас технологический институт. А насчет кораблестроителя, он, кроме этого ледокола, другие корабли проектировал. Просто его как кораблестроитель, вот, знаете, как вот, например, Грибоедов, то, что он пианист прекрасный, затмилось горем от ума. Так произошло вот заметно. Просто он практически, закончив гимназию, сюда был, приезжал только к отцу и к родителям наездами уже, ну, вплоть до своей миграции. Музей вот построили недавно. Просто тут решили сделать именно воссоздать, это все оригинальное, просто приоткрыли вагонку.